Значит, сейчас перед вами выступит группа «Штабеля», которую здесь представит Василий Шумов. А я хочу сказать, значит, вот что. Хочу сказать слова благодарности перед «Штабелями». Значит, «Штабеля» благодарности перед вами хочу выложить. А спасибо вам. Спасибо «Хлебу» за зрелище. Спасибо. Спасибо журналистам, спасибо всем артистам, всем музыкантам, которые выступили. Спасибо журналистам, я уже взял. Да, хочу сказать, что тут вот время от времени звонили всякие хорошие ребята, довольно известные, которые просили мне передать, что они тоже поддерживают, и молодцы, и все такое прочее. Значит, два человека совершенно разных мне звонили. Один это Михаил Барзыкин, группа «Телевизор». Мы помним эту песню, да, про моего папу мне надо. Значит, и второй человек вообще из другой оперы, это тоже мой старинный друг. Это человек, который познакомил меня с моим вообще любимейшим персонажем всех времен и народов, с Александром Башлачевым, это Леонид Парфенов. Так что Леонид Парфенову тоже большое спасибо. Вот, значит, все спасибо я сказал. Хочу сказать, что судебные дела мои все продолжаются, множество, у меня уже 5 штук, но, в общем-то, это не страшно, потому что даже если мне присудят там какие-то штрафы, дадут какие-то условные наказания, отсидки там и все такое прочее, в общем-то, всем понятно, что это фигня, всем понятно, что это липа, лажа, ложь и гнусность. И моральную победу, то есть стопроцентную, какой нокаутом, моральную победу я уже одержал на всей этой серединой. И одержал я ее в основном благодаря вам, потому что если бы я не чувствовал поддержки и солидарности со стороны людей, мне известных и неизвестных, спасибо. Спасибо, да. Так меня зовут, значит, Артемий я имею в виду. В общем, короче говоря, мы уже победили, но расслабляться не надо. Че Гевара, про которого тут Барто пели отличную песню, «Астала Виктория Сьемпре», всегда до победы. Мы будем побеждать и побеждать. Ура!